Великобритания проголосовала за выход из состава Европейского Союза. Лидер партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж не скрывает своей радости. А премьер-министр Дэвид Кэмерон заявляет, что до октября уйдет в отставку. По результатам подсчета голосов за Брексит проголосовали 52% британцев, а за то, чтобы остаться в ЕС – 48%. Фактически противники и сторонники выхода Великобритании из ЕС разделили страну. Север, где находится Шотландия, проголосовал за Евросоюз, а юг – против. В Лондоне тоже поддержали идею остаться в ЕС. Глава правительства Шотландии Никола Стерджен сразу же заявила, что большинство жителей ее страны не хотят выходить из ЕС против своей воли. Поэтому следующий референдум о независимости Шотландии не заставит себя ждать.